Всем привет, друзья! Очень полезная штука. Ух ты! А, еще еда, я заказывал еще с кабелем. Очень полезная штука для, собственно, всех людей, ведущих активный образ жизни, для мастеров. Можно с собой даже брать паяльничек USB-шный. Тем более, что недавно один из крупных блогеров проводил тест паяльников. И ему понравился USB-шный паяльник наконец-то. Это Алекс Гайвер. Собственно, самый тонкий в мире, не в мире, наверное, самый тонкий Quick Charge 3 Powerbank. В комплекте еще вот такой Type-C шнурочек маленький. Почему я взял маленький? Можно было взять метровый, потому что метровых, двухметровых и даже трехметровых у меня уже хватает, а маленький куда-нибудь для сумки очень даже сгодится. Купончик у нас идет VIP0758, вдруг вам будет нужно, введите при заказе, получите дополнительную скидку. И, собственно, самый тонкий, самый прикольный Powerbank, самый легкий. Ух ты, UKZ фирма. Да, это действительно хорош. У меня есть Басеус на 20 тысяч, но он достаточно тяжелый и большой. Здесь габариты все 1.5 сантиметра на 6.9 сантиметра и на 13.5 сантиметров в длину. Заряжать может сразу три устройства: 2.4 ампера Quick Charge 3 и Quick Charge 3 и micro USB для зарядки его самого. Плюс он опять-таки заряжается от Type-C провода. Давайте посмотрим, так ли это или нет. Возьмем наш кабелек, включим его. Давайте возьмем лучше такое. Это два пауэрбанка, могут еще не определиться, кто кого заряжать должен. Возьмем провод. Я, кстати, вот этот POS провод проверенный временем мне очень понравился. Вот с дисплейчиком он у нас. Стеклышко грязненькое. PD, даже видите, цветной. Так, кнопок у нас. А, есть у нас кнопка. На кнопку он у нас никак не реагирует. А если зажать, тоже никак. PD это у нас быстрая зарядка идет. Собственно, заряжает нормально. Давайте посмотрим, как он на отдачу у нас. Что он у нас отдает. Ставим. И ставим уже сюда. Он нам показывает, что не реагирует он на кнопку никак. 70%. И значит, посмотрим, что у нас здесь Басеус. Басеус в этом плане хорошо показывает. 1.9 ампера. А он думает. Так, а ну, слушайте, может, я не доставлял, тугенько так достаточно входит. Так, думает. Ин, пошла зарядка. Вот 11.9 вольта, 1.1 ампер. Ну, 1.1 ампер понятно, потому что она уже практически дозаряжалась до конца. 11.9 вольт, то есть 12 вольт. Собственно, Quick Charge 3 поддерживает. То есть, значит, собственно, по выходам USB первый, вот этот, который у нас заряжается, 5 вольт 3 ампера, 9 вольт 2 ампера, 12 вольт 1.5 ампера. И максимальная PD у нас 18 ватт. Собственно, USB 2 у нас идет 5 вольт 2 ампера. То есть у нас вот эти два гнезда Power Delivery получается, третьей версии, Quick Charge третьей версии. То есть они оба у нас идут
на 18 ватт. В общем, вот такое вот чудо. Но, ой, а, да, вот здесь, кстати, in написано, здесь in-out, то есть и вход-выход. У нас тоже есть здесь out 1, out 2. Здесь написано вообще, здесь quick charge, а здесь два гнезда PD. Не знаю, в общем, давайте проверим, посмотрим, что у нас тут выдает. Может, действительно, на 10 тысяч миллиампер. Не знаю, говорил, не говорил. Так, пошло. 4,7, нет, здесь у нас 5 вольт, 2 ампера. Вот так вот. Ну, в общем, штука классная. Я для чего ее брал? Я себе заказал сумку, еще 11-11, еще ко мне не приехала сумка. Сумка X ткани Oxford, непромокаемая, и на кодовом замке. И там присутствует USB-гнездо сбоку, которое защищено на заглушке тоже от воды, пыли, там, брызг, песка. И, в общем, такой вот пауэрбанк классно с собой носить. Ну, потому что он очень легкий. Он весит всего 200 грамм. И заряжается очень быстро за счет технологии Quick Charge. И стоит 9,90. Я его брал 9,90 вместе с кабелем. Так, по-моему, он стоит 9,50. Поэтому я и кабель взял, что он, ну, дешевый кабелек. Давайте, кстати, его проверим, рабочий ли кабель. Я не ханжа. Но все равно как бы уплочено уже. О, здесь загорелось UKZ зеленым. Вставляем. Такой достаточно тонкий, приятный провод в оплетке. Все, раздуплился. 11,9 и 0,9. Ну, он заряжается постольку, поскольку. Короче, классная вещь. В общем, рекомендую брать, его удобно с собой таскать, он действительно легкий. Этот у нас громоздкий. Да, в Басеусе есть неизменная фишка, можно проверить, каким током заряжается или отдается какое-то устройство, да, такого вот, допустим, в этом нету. В этом, скорее всего, кнопка служит, чтобы его разбудить, чтобы посмотреть его заряд. Но тут тоже мне нравится и зелененькая, и беленькая. Интересно сделано, хорошо сделано. Мне нравится. И удобно с собой носить. И самое главное, заряжать. И по ценам я посмотрел, батарейка маломальски нормальная, приличная, на 3000 мА одна, стоит около 3 баксов. То есть, допустим, у меня вот лежит абсолютно пустой, я не знаю, что с ним делать. Этот кит-набор, который поддерживает 30 тысяч миллиампер, на 8 батарей. И вот получается, представьте, 8 батарей, ну, он будет громоздкий, что-то типа Басеуса, 8 батарей сюда вставить, то выходит значительно дороже. И при этом здесь два порта, один вообще на 1 ампер, один на 2 ампера. И, то есть, заряжать тоже, заряжается 2,4 ампера. И с преимуществом здесь только две лампочки, все. То есть, я даже не знаю, зачем оно надо. Лежит у меня, ждет испорченную батарею от ноутбука, 100%. А то и две, потому что тут много батареек. В общем, а здесь технологии уже дошли до того, что можно спокойно купить себе такую вот радость и не париться, и носить с собой. В общем, такое вот видео, дорогие друзья. Ссылочки будут в описании. Я доволен покупкой. Всем пока. А купить нужную запчасть на AliExpress мне помогает Beckett, в прошлом EPN. Расширение для всех браузеров. Переходим по ссылке, и мы уже экономим. Проверяем в расширении, активирован ли у нас кэшбэк. Если нет, нажимаем на кнопку активации. Выбираем нужную нам деталь.
и смотрим динамику цен. Переходите, ссылочка в описании.